Симпсоны, как всегда, знали все наперед. Гомер, смотри! В общем, пока все в шоке и обсуждают гибель батискафа «Титан», режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон раздает интервью. Да, я знаю это место, где они затонули. Мы исследовали его еще до и после съемок «Титаника». Теперь там погиб и родственник этой пары, которую мы изобразили в фильме. Ну а фанаты «Симпсонов» тем временем разыскали тот эпизод, где Гомер с другом погружается в батискафах, чтобы исследовать обломки корабля. И у него также заканчивается кислород. Кислорода мало. Кислорода вообще нет. Ну что ж, с этими аналогиями все понятно. Ждем теперь, когда же на дно истории уйдет и потеряется другой политический батискаф с ботоксными миллиардерами.